Вы кто? Уж пятый раз спрашиваете. А что вы так нервничаете? У меня плохая память на лица. Я вспомнила, вы Федор Лесник. А она в чем провинилась? Да не убивал я ее. Даже пятую нахожу. Сдохла, а почему, непонятно. Хочу биологам показать. А у нас есть биологи? Каждый год приезжают. Камеры ставят. Тут миграционные пути птиц пересекаются. Ну, вообще много чего интересного. Много интересного? Да. Того, чего в других местах не бывает. Не бывает? Да. Да, правда, люди говорят, странная вы какая-то. Ой, простите, пожалуйста. Вы не устали? Все в порядке. Я не знаю даже, как вас благодарить за сегодняшнюю встречу. Вы же все к себе влюбили, Маргарита. Особенно, когда рассказывали, что вы пережили после смерти мужа. Ой, простите, пожалуйста. Ничего, это было давно, и это жизнь. Многие же не сдержали своих слез. Вы заметили? Ну, нам всем есть чем поделиться, чтобы другие поплакали или посмеялись. Ну? Вы прекрасны. Извините. Мне, знаете, даже не верится. Такая знаменитость. И вот так вот запросто. Ну, знаменитостями вас не удивишь. А, вы имеете в виду эту детективщицу? Я слышала, она у вас здесь прижилась. Да нигде она не приживется. И даже в серпентарии на испытательный срок не возьмут. Жалит хуже гадюки. Да, характер у нее скверный. Вы знаете, у меня в гостинице пара живет, биологи. Ученые. Я не удивлюсь, что объектом их исследований является госпожа Север. А вот это последний штрих. Мия Лики, богиня лесов, приносящая удачу. Извините. Ничего. Извините. During the exhibition. All right. Yes, I'll talk to the writer and then I'll phone you. Okay. Thank you. Thank you. Goodbye. Знаешь, кто оказался убийцей? Реставратор. Не думала, что он такое чебучит. Да все к тому шло. Если мой недотыкомка агент это понял, плохо мое дело. Наоборот, все прекрасно. У нас намечается мероприятие в октябре. Да, помню. Межрегиональный слет в Чите библиотекарей. Я свадебный генерал. Не угадай. Кызыл? Выжний Пурск? Франкфурт. Франкфуртская книжная ярмарка. Ну да. Ну да? Вы мечтали о Франкфурте? У нас в гостях несравненная Маргарита Павлова. Писатель с мировым именем, телеведущая, меценат. Это кто-то писал? Не я. Писатель с мировым именем в сельском клубе? Вы тоже выступали в сельском клубе? Мне можно. Межгалактический статус позволяет. О, да. На Павлова сегодня там был аншлаг. Понятно, куда ты делась на целых 3 часа. Стеклянные бусы раздавали? Очень остроумно. Там мешок с тряпьем. Это меценат решила с местными аборигенами секонд-хендом поделиться? Это костюм. Мой. Для праздника в честь парня из их эпоса. Не помню, как его зовут. Не захлебнись в потоке светской жизни. Я очень хорошо плаваю. Дорогая Маруся, рада нашему знакомству и надеюсь на скорую встречу. Марго, это что? Ну, что там?
Ничего, кроме старой рухли. Могли бы сами посмотреть. Еще с чего? А вдруг там кто-то есть? С точки зрения мировой культуры проще пожертвовать тобой. Потому что вы писатель? Потому что я хороший писатель. Хороший писатель? Даже призраков распугал. Там никого не обнаружится. Обидно. Фредди Крюгер, Ганнибал, Лектор, Маргарита. Дорогие читатели, я люблю вас! Павлова. Ставите ее в один ряд с серийными убийцами? Так она и есть убийца качественной литературы. Вы несправедливы. Разве? Ты думаешь, весь тот навоз, который она вкладывает в голову читателя, это нормально? Может, дослушайте? Крышку унитаза откроешь, а оттуда фонтанирует она своими псевдоисториями и псевдособытиями. И всю эту пошлятину издает конскими тиражами. Одна книга у нее была замечательная. Какая? «Между двумя комнатами». Тогда писали, что новая Франсуаза Саган родилась. Была француженка. Я давно умерла. Черт. Я дура. Ну что там? Слушай, ты просто обязана это взглянуть. Кажется, это масковый зимородок. Но его здесь не должно быть. Это же не Юго-Восточная Азия. Как его сюда занесло? Слушай, ну Дерни, толк тебе виднее. Я проверил камеры, забрал флешки. Все в порядке. Кстати, сегодня open air. Ты не забыла? Эль. Хард-рок. Акули-плавники. Акулы здесь не водятся. Это скажи своему зимородку. У меня много работы, между прочим, у тебя тоже. Но это не повод не устроить очередной выходной. Слышь? Что? Говорил мне твой отец-академик, что ты фанатичка. Вот видишь, надо было прислушаться. Ну, если хочешь, иди. Хочу. Но... не пойду. Я в душ. Ну вот это и есть праздник Ильмаринина. Кстати, вот именно с этого мы и могли начать свой очерк. Я подумаю. Островитяне его очень любят. Я уверена, что вам понравится. Мне уже все нравится. Скажите, а у вас можно арендовать катер или лодку? Я хочу поснимать остров с воды. Да я думаю, что не будет проблем. Кто-нибудь из наших поможет. А я поговорю, чтобы вас сопровождали. Спасибо огромное, но не нужно никого. Я умею водить катер, у меня есть права. Я справлюсь сам. Хорошо. Спасибо. Извините. Нет, я еще не успел. Я знаю, что время ограничено. Я буду действовать по обстоятельствам.
как вам праздник? Ужасно. Что, вода убили выходной? Да, лезут все ко мне, как будто медом здесь намазаны. Я не вас имею в виду. Да меня вы имеете в виду, но придется терпеть. А я к тому, что жена моя, Лариса, решила здесь обустроить туристическую Мекку. Кланяется в пояс знаменитостям, журналистов зазывает. Я ей говорю, что это не к добру. Не слушает. А тот парень, с которым она сейчас общалась, видели, он не журналист? Этот приехал сегодня утром. Говорит, что командирован журналом «Мир путешествий». А меня как бес под руку толкнул. Связался с редакцией, никого они не высылали. Тогда зачем он здесь? Здорово, ты очень круто выглядишь, папочка. Вот богат тебе в дела, она бы в обморок упала. В обморок? Ну, если ты настаиваешь, давай попадемся ей на глаза. Не, не получится, она не любит праздники. Откуда ты знаешь? Сама говорила. Знать бы, что она вообще любит, потому что из того, что она не любит, можно целый каталог составлять с иллюстрациями. Так, капитан Сорвиголова, давай договоримся. Недолго. Тебе давно уже спать пора. Пора, я вообще больше спать не буду. Ну, я не против, только с медицинской точки зрения это невозможно. Тогда пусть он не приходит. Кто? Эй. Кто не должен приходить? Не знаю кто. Старик. Какой-то старик к тебе приходит? Не по-настоящему, во сне. Он страшный. А что? Твое чтение сомнительных книг до добра не доведет. Что ты брала в библиотеке последний раз? Незнайка в солнечном городе! Это я знаю! А на самом деле? Пойдем! Костюм у вас фантастический! Богиня лесов, приносящая удачу. Ого. Я даже под пытками не вспомню, как ее зовут. Эту богиню зовут Мелики. А вас? Виталий Глебов, журналист. Но это не важно. Важно, что вас зовут Маргарита Павлова. И если я не возьму у вас автограф, то... Это ваша девушка вам никогда этого не простит. Я сам себе этого никогда не прощу. Мне безумно нравится ваша книга. Давайте не будем продолжать. Добро пожаловать в фан-клуб. С удовольствием. Дам, это нужно будет отметить. Хорошего вечера. Мы еще увидимся с вами. Хорошо. Обнесли краеведческий музей? Ты не меняешься. Обожаю тебя. Не могу ответить тебе. А вы знакомы? Лучшего редактора у меня не было никогда. Ты зачем здесь? Еще нетривиальный сюжет. Чтобы испортить их на корню, ты это делаешь виртуозно. Да не завидуй, ты так оголтела. Я завидую тебе. Завидуешь не мне, моим тиражам, моему успеху и еще множеству вещей, которых ты напрочь лишена. Итальянской виллы. Люди могут многое простить, даже подлость. Единственное, чего они не прощают, это высокомерие. Это касается и литературы. К литературе ты не имеешь никакого отношения. Кинжал настоящий? Бутафорский. Такой же, как и ты. Сочувствую вам. Если мы сегодня не встретимся по какой-то причине... Очень на это надеюсь. Во Франкфурте увидимся обязательно. Да. С ней всегда было трудно, но чертовски интересно. Бегите, а то она съест вас живьем. А мне бы этого не хотелось. Вы мне симпатичны, Маруся? Вы мне тоже. До встречи.
Вы были отвратительны. Не больше, чем обычно. Просто смешно. Вы завидуете ей. Это правда. Ее колченогим текстом? Прекрасно понимаете, о чем я. Речь не о писательском, а о человеческом. Вы как влюбите в себя людей. У нее это само собой получается. Да начхать меня на людей. Да вот именно. Что ты от меня хочешь? Ты получила приглашение на работу, написать рекомендации. Безнадежно. Мне сказали, вы не посещаете подобные мероприятия. Обещали поутру парочку ведьм сжечь, пришла поглазеть. Но, боюсь, на сегодня достаточно впечатлений. Хорошо, что не взяли с собой Майю. Она со мной? И где? Только что была здесь. А вы ее не видели? Нет. Майя! Она вроде как в одном фан-клубе, я не знаю, как вас зовут. Маруся. Вы кого-то ищете? Девочку маленькую видели? Светленькую. Не понимаю, о ком вы, но готов поучаствовать в поисках. Ну что, нашли? Нет, но я думаю, все в порядке, она дома. А вы кто? Я Виталий Глебов, журналист. Приехали изучать историю острова? Здесь кроме истории много чего интересного. Говорят, здесь широкая сеть подземных коммуникаций, старые штольни, пара заброшенных оборонных предприятий. А в западной части острова замок Синей Бороды. Хотите зелье? Меня ждешь? Ты же собиралась... Передумала. Я вдруг поняла, что не была на тусовках с универа. Я даже знаю, что это за тусовки были. Это птицы в антропогенных условиях Уральских гор. Угадал? Почти. Добрый вечер. Поговорить бы надо, а? А что случилось? Не дай бог, кто-то камеры опять сломал. Камеры, камеры. А еще... Живность в лесу гибнет. А почему, непонятно. А какая живность? Ну, всякая. Вот лесу нашел. Да ж пятая по счету-то. А позавчера барсук был. А на той неделе олениха. Так, а от нас что надо? Ну, вы же ученые, ну посмотрели бы, а? На кого? На барсука третьего дня? Или, может быть, на олениху? Мы птицами занимаемся. К сожалению, у нас нет соответствующего оборудования. Но идемте, я посмотрю. Ты со мной? А нельзя на завтра перенести? Ладно, оставайся. Увидимся в гостинице. Пойдемте, пойдем. Так и не видели ее? Нет. И дома ее нет. Что ж такое? Они так вопят, что уши закладывают. Неудивительно, что Майя решила уйти. Да не могла она уйти просто так. Она мечтала об этом празднике. Почему не могла уйти? Ну, что вы хотите сказать? То, что она увидела что-то, что ей интереснее. Или кого-то. Что ж вы за человек-то такой, а? Засохшая кровь на морде. Скажите, давно стали гибнуть животные? Ну, трудно сказать точно. Ну, мелкие стали на глаза попадаться месяца два назад, может, раньше. А крупные – на прошлой неделе. Но не часто, врать не буду. Погодите. Похоже на следы от укуса. А кто ее покусал-то? Не знаю, но я попытаюсь выяснить. Давно не виделись. Ну, не то чтобы я рада видеть, но...
Павел, я нашла Майю. Не волнуйтесь, все хорошо. Она спит на старой пристани в лодке. Подождите. Это еще не все. Здесь еще есть кое-кто. Приезжайте-ка, Павел, и возьмите с собой Лукаша. Ну, где же ты? Не спите? Никто сегодня не спит. Не берет? Да, вне зоны доступа сети. Да, связь здесь отвратительная. На нее всегда можно сослаться в случае чего. В случае чего? Да это мое писательское воображение, знаете. Послушайте, а давайте пойдем ко мне, выпьем. У меня очень хорошее коллекционное вино. Пойдемте. Нет ничего хуже бездеятельного ожидания. Пойдемте. Знаете его? Нет. Он яхтсмен. Вчера был шторм. Шторма не было. Был. Мне смс-ка пришла от МЧС. 15-20 метров в секунду. Яхту качнуло, он за борт упал. Вода холодная, ага, его потом уже принесло сюда. А у нас здесь Монте-Карло. От яхты отбоя нет, пришвартоваться негде. От яхтсмена у него только обувь. А все остальное – пиджак, пальто. Что-то вы знаете. Просто умею сопоставлять факты. Если вы приложите минимальные усилия, у вас тоже получится. А скажите, как это у вас так получается? Чуть только вот грамульку запахнет криминалом, вы тут как тут. Я бы тоже хотела обнаружить себя алмазных копий. Но у вас их здесь, кстати, нет? Нет. Если не их смен, значит, прибыл сюда, как и все. Тогда вопрос. Когда? Кому? Зачем? Это несложно выяснить. Либо частный сектор, либо гостиница. При нем паспорт, телефон. Что-нибудь было? Продолжим, доктор. Судя по состоянию кожных покровов, он пробыл в воде совсем недолго. Несколько часов максимум, скорее всего, болтался в прибрежной полосе. А что это вы делаете такой вывод? Что он болтался по воде? Ссадины на лице и руках. Это от камней. Помогите. Никаких серьезных травм я не увидел. Так, значит, можно сделать вывод, что смерть не насильственная. Ну, я бы не утверждал со стопроцентной уверенностью. Ну, да. Похоже. Доктор, здесь какие-то ссадины, и помимо этого раны похожи на укусы. Что это может быть? Похоже на укусы, но в таком количестве не знаю. Сказали, здесь кто-то утонул. Арвы не было всю ночь, и сейчас нет. Это не Арва, Лариса, успокойтесь. Доктор, покажите. Знаете его? Ну, вы посмотрите, внимательно, вы же не посмотрели. Нет, может, нет, на празднике где видели вчера? Я его никогда не видела. Никогда. Помогите, Тарас. А откуда Лариса знает об утопленнике на пляже? Толп зевак я здесь не вижу. Журналистов тоже. Я ей не говорил. Это не в моих правилах. Уже утро. Что-то вроде того. Девочка нашлась? Да, с ней все в порядке. Я больше о тебе переживала. Ничего бы не переживать. Всякое может случиться, когда заводишь сомнительные знакомства. Если вы о Марговой, это знакомство раньше меня завели. Вы, оказывается, были приятельницами. Недолго, у меня аллергия на бездарностей. Продолжайте. Марго, между прочим, о вас прекрасно отзывалась. О, это обескураживающая Марго! Зовите меня Марго, так зовут меня друзья и родные, и пара глубокомысленных цитат из настенного женского календаря за 58-й год. Даже если так, вы тоже на этот календарь клюнули? Совсем на другое. На что же? Когда я говорила о сомнительных знакомствах, я не имела в виду госпожу Павлову. Кого же вы имели в виду?
А того парня, сомнительного, журналист, да, с которым ты общалась, как его там фамилия, Греков? Его фамилия Глебов. Зовут его Виталий. Вот. Этот Глебов распушил перед тобой хвост, а ты уши развесила. Не распушил, не развесила. Он его творческая командировка, пишет очерк об острове. Вот в следующий раз, когда ты будешь с ним встречаться, знай, он не тот, за кого себя выдает. А кто же он? Нет никакого очерка и нет никакой командировки. Откуда вы знаете? Из достоверных источников. И знай, если он обманул тебя в этом, он обманет тебя во всем остальном. Что-то мне жор напал. У нас что, убийство? Правильно. Я хотела бы написать о вас. Обо мне? Такой тип героини мне очень интересен. Такая целеустремленная интеллектуалка, которую предал ее возлюбленный. А почему предал? Всех нас когда-нибудь предавали. Это входит в необходимый перечень испытаний на пути к истинной любви. Не все переживают предательство. Ну, вы переживете. Я вам обещаю. Во всяком случае, в моей книжке. Знаете, давайте решим несколько организационных моментов. Скажите, я могла бы наблюдать за вашими исследованиями? Ну, это не так интересно, как кажется. Да, я думаю, для непосвященных это вообще скука смерти. Но, понимаете, подача материала, она требует достоверности. Если ваш молодой человек не возражал бы... Я думаю, нет. Дорогая, прости. На болоте с камерой возил. А у нас гости. Я вижу. Ну, я, пожалуй, пойду. Я Марго. А я знаю. Хозяйка гостиницы читает вашу книгу сейчас. Не заметила, как я вошел даже. Марго предлагает нам стать героями романа. Какого? Любовного? А других романов не бывает. Ну, идея так себе, если честно. Ну, это мы еще посмотрим. О, добрый день, Павел Аркадьевич. Федор, да. За мою долгую практику на острове вы у меня первый раз. Что-то случилось? Ну, вроде как. Я тут на медне с биологом разговаривал. Зверье ни с того ни с сего помирать стало. Что еще за новости? Ну, было несколько случаев. Биолог говорит, что их кто-то вроде как покусал. Обещал разобраться. Ну и как? Разобралась? Да дело не в этом, а вот. Вот. Так, пойдемте ко мне в кабинет. Я нынче в сторожке у себя ночевал. Утром проснулся от того, что ногу как будто ножом пырнуло. Смотрю, а тут такое. Сразу к вам. Не волнуйтесь, сейчас обработаю. Жаров. Игорь Викторович. 75-го года рождения, апатит. Это Мурманская область, да? Да. Угу. Зарегистрирован. Санкт-Петербург. Гороховая. Ну да, он. Он? Да. Ну и когда зарегистрировался гражданин Жаров? Вчера вечером Потап пришвартовался часиков в 9, он на этом катере и приехал. И кто еще приехал? На этом катере. Остальные раньше заселились. Биологи здесь уже 2 недели. Вот еще писательница. Это Маргарита Павлова. Я-то слышал. Прям шабаш какой-то. Писаки понаехали. Ну, что Жаров-то? Так ничего. Приехал, взял ключи, поднялся в номер, положил чемодан, спустился, отдал ключи и ушел. Больше я его не видела. А зачем приехал, не сказал? Ой, я не спросила. Ясно.
Здравствуйте. Дико извиняюсь за вторжение, вы меня не знаете. Я знаю вас. Вы Агата Север. Я видела ваши плакаты в книжной. Ой, отлично, тогда сразу перейдем к делу. Меня интересуют ваши камеры. Сколько их? 18. Ого. 18? Вы кольцо обронили? Да, спасибо. Они пишут все подряд? Как правило, потом мы систематизируем данные. А есть ли камера у старой пристани? Да, есть. Отлично. Вы должны мне показать немедленно все записи. Ну, я боюсь, что немедленно не получится. Речь идет о гибели человека. Вы знаете, что вчера ночью случилось? Да, я слышала, но камерами занимается Сергей. Вам лучше переговорить с ним. А чему-то лучше переговорить со мной? И кому? Агата Север. А писательница? Писательница. Еще одна? Тоже книгу про нас написали. Свет, ты куда? Свет! Нет, книгу про вас писать не хочу. Хочу посмотреть записи с камер у старой пристани. Я бы тоже хотел посмотреть, но, к сожалению, камера повреждена. Повреждена? Да, разбила волной вчера. Видимо, место не очень удачное выбрали. Или наоборот, очень удачное. Уходите! И не подумаю. Уходите, нам не о чем говорить. А придется. Это Матиола, не правда ли? Этим цветком был украшен ваш костюм вчера. Ни на ком другом я этого цветка не видела. Это часть вашего образа, верно? И что вы от меня хотите? Я говорю, Матиола удивительный цветок. Он раскрывается только по ночам. И благоухает так, что голова идет кругом. А днем так, никакого толка. Я бы назвала это цветок тайной страсти. Вы были знакомы с мужчиной, который утонул. Вы вчера ушли с ним вечером. И добавим к этому белые кроссовки. Да что за бред? Откуда вы узнали о произошедшем на пристани? Это и есть ваше судно? Не мое, арендованное. Корыта, конечно, других здесь просто нету. По-прежнему не хотите взять меня на борт? Хочу. Хочу, но не сегодня. Не хочется рисковать жизнью такой милой девушки, как вы. Но как только мы пройдем ходовые испытания, милости прошу на борт. Я буду ждать конца ходовых испытаний. Договорились. Прошу прощения. Конечно. Федор Иванович? Да, я помню о наших договоренностях. К сожалению, у меня есть планы. Совершенно, абсолютно. Можем ли мы договориться на завтрашнее утро? Я позвоню сразу, как только проснусь. Да, часов 8. Спасибо. Ага, до завтра. Погодите, погодите, все не так, как вы думаете. Все еще хуже? Арва, сложный человек. Я тоже не подарок. Многое у нас было. Вот вы были замужем? Имела неосторожность, но к делу это не относится. Как раз относится. Я бы тоже
имела неосторожность немного помечтать. Все сбылось? Да ничего не было. Переписывалась по интернету, да, это правда. Несколько раз встречались, когда я уезжала на Большую Землю. Ну, ходили в кино, один раз даже в театр. Как вы познакомились? Это профессиональное сообщество работников культуры. Общие сайты мы оба подписаны. Он написал мне личные сообщения. Он работник культуры? В прошлом. Сейчас он уже бизнесмен и довольно успешный. Я так понимаю, женат? Вдовец. Неужели вы думаете? Он мне написал, что увидел меня на научно-практической конференции в Гатчине. В прошлом году я там делала доклад. Но подойти он ко мне не посмел. А написать посмел? А потому что не мог забыть. Я, правда, никаких знаков внимания ему не оказывала. Но он настаивал на встрече, мы встретились. Это было невинно. Ну, с его стороны я не сомневаюсь. Скажите, это вы позвали своего приятеля на остров? Да вы что? Арва уже начал подозревать. Устроил скандал. Еще нашел эту переписку в интернете. А потом, знаете, я была потрясена, когда вчера Игорь, его так зовут, позвонил мне и сказал, что он здесь. Я была удивлена. А что здесь удивительного? Он не мог вас забыть. У него водобоязнь. В детстве он тонул, и с тех пор он боится воды. Он не подходит к ней близко. Хорошо. Не совсем молодая, а совсем не богатая жительница странного острова. Обаяние и харизма отсутствуют. Как вы думаете, что преуспевающий бизнесмен мог вас найти? Любовь. Это чувство иррациональное. Ну, вы сами понимаете, это не тот случай. Может, вы планировали наследство получить? Нет. У меня умерли родители, а других родственников нет. Муж тоже не рассчитывал на наследство. Кстати, где он? А вы думаете, что это он? А вы что, не думаете? Странное место. Одна большая природная аномалия. Я ничего странного не вижу. Климат соответствует широте. Ну, связь плохая, но такое бывает на островах. Вот сюда я утром завтра пойду на разведку. Нас предупреждали, это закрытая зона, и появляться там нежелательно. Нежелательно не значит нельзя. Ты куда? Я пойду прогуляюсь. Не попросишь, чтобы мне еще налили чай? Конечно. Чай в мой номер, будьте добры. Здрасте. Вы слышите? Чай в мой номер. Замечательная книга. Очень жизненно. А вы читали? От корки до корки. Вас чай попросили в его номер? Угу. Сейчас. А раньше такой услуги не было? Повышаем сервис. Муся, мой литаген, здесь была? Не видела. О, не меня ждешь?
твоим появлением сервис поднялся на недосягаемую высоту. Ну, ничего удивительного. Мироздание всегда отвечает взаимностью. Как ты к нему, так и оно к тебе. Попробуй. Очень помогает. Моего литагента не видела? Или это уже не мой литагент? Ты знаешь, тебе повезло. Она умница и очень порядочный человек. А в наше время это большая редкость. Жаль, не могу разглядеть вблизи. И потом она все чаще возле тебя трется. Ты знаешь, мне кажется, именно сейчас она трется рядом с этим симпатичным журналистом. Я их видела вдвоем. Ключевое слово «симпатичный». Ты его убил. С ума сошла. Что это?